Новосибирский зоопарк изменил режим посещения. Теперь учреждение открывается в 9 утра, закрывается в 9 вечера. Кассы по новому графику заканчивают продавать билеты в 20 часов. После этого момента зоопарк работает только на выход. Стоимость посещения не изменилась. Также сохранены скидки для студентов и пенсионеров. Для детей до 7 лет вход бесплатный. Новосибирцам напомнили, что павильоны пока закрыты, большая часть животных находится на улице. Все посетители должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.